Всем добрый день. Дорога домой. Погода сегодня достаточно теплая, где-то 12-13 градусов, но пасмурно, потому что через пару часов, в принципе, по прогнозу обещают дождик. Я сейчас остановилась в городе Котка, остановилась в кафе попить кофе. И хочу посмотреть информационный стенд здесь, города. В город навряд ли я буду заезжать, поэтому посмотрю немножко. Отдохну и в дорогу. Вот смотрю, сейчас птицы, прямо косяки такие летят. Ну, странно, что направление-то не южное совсем, они выбрали как раз. Поэтому так обратила внимание. Ну, сейчас я подошла к этой информационной стойке, посмотрим. Морской город, Котка. Там есть пристань красивая. Сделаю ссылочку. Ездила я туда весной, когда еще снег лежал. Там есть небольшой музей морской тематики. Написано, какие услуги здесь, размещение. И сам город, схема. Уже деревья все желтые, попадают. Красивое время года, золотая осень. Как... В кафе также можно и пообедать, но сейчас рано, мне только кофе попить. А так, в принципе, вот представлены блюда. А я очень люблю смотреть на композиции цветочные, которые очень красиво, умело вот украшают. Это вот бегония. Прекрасная бегония. Здесь тоже еще цветочки каланхоя, насколько я вижу. Да, каланхоя. Взяла булочку, это с корицей, и черный кофе, 3,90. Уютное кафе с деревьями, как будто во дворике где-то сидишь. Детский уголочек, для детей сказка. Здесь тоже различные стенды заодно. Описание. Очень интересно. Проходит через город.
супермаркет, магазин. Зайду, немножко посмотрю. Достаточно много, я бы сказала, на парковке. Я вошла вовнутрь. У нас вот такой детский парк. Платный, открыт. Там развлечения для детей. Здесь магазин Рай Маркет. И здесь кафе. Возьму корзинку. Так лучше. Всегда цветы при входе. Какие сделаны. Так. Из хвойных. Вереск. И в общем, такой отдел здесь с колбасками. Вот отдел с пивом. Полуфабрикаты, салаты различные, готовые блюда. Здесь написано Талиус, это со скидкой товар. Предложение дня, то, что предлагают. Здесь курица в основном, бройлеры, грудки, замороженные продукты. Еще есть надписи. Так, приграничный магазин на русском языке. Пицца замороженная, картофель фри, овощи, вот, замороженные продукты. Хозяйственные товары. Дошла я до рыбного отдела. Отдельного отдела здесь нет, где в развес продают. Вот только в упакованном виде здесь все. Вот есть такая рыбка. Цена вот написана за килограмм, за упаковку. Копченый, горячего копчения 24,50, ну и в зависимости от упаковки. Долго искала номер пирожков с рисом. Все, я закончила с покупками, выбрала такую колбаску, это ветчина, сауна, такая с дымком, ветчина, шоколадка обычная, без добавок, без всяких
пирожки корейские, интересные. И горячего копчения кусочек лосося. Все, оплатила. Всего 16 000. Объявление в магазине на финском и русском языках. Часто продавцы тоже русские, поэтому когда видят русскоговорящего человека, они общаются на русском, объясняют. Ну, такое кафе, сейчас пройдусь вдоль этого маркета. Все, я проехала границу, сейчас в России. Первая заправочка, бензозаправка. Заправила машину и пойду попью горяченького чая, потому что долго пришлось стоять на границе в очереди на улице. Там просто ждали, пока машины все посмотрят, поэтому немножко так подмерзла. Надо согреться. На заправке уютное достаточно кафе, большой выбор сэндвичей, там, соответственно, различные хот-доги. Можно выбрать. Я тоже выбрала открытый гриль-дог с открытой булочкой и чай. Поэтому сейчас согреюсь горячим чаем и дорогу.